Всем привет, друзья! С вами снова Денис. И сегодня мы с вами находимся в древнем городе Синтан. Этот город называют еще китайской Венецией, потому что город расположен на слиянии 9 рек. История города насчитывает более 2000 лет. Я путешествую не один, со мной прекрасная китаяночка Дженни, подружка моя. Дженни, do you want to try something? No, but is it Chinese food, right? Tango. And you don't want to try it? You don't want, are you sure? I can't believe it. Такая, друзья, штучка, сувенирчик, 3D. Получается, лицо, какую бы сторону бы не повернули его, вы можете наблюдать разные профили лица. Это президент Китая. Okay, let's go. Друзья, именно в этом месте проходили съемки фильма «Миссия невыполнима 3» с легендарным Томом Крузом. Такая она, друзья, прекрасная китайская Венеция, город Ситан на воде. Это было просто незабываемое время, место очень красивое, историческое. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. С вами был Денис, Китай, город Ситан. До скорых встреч, друзья. Пока.